Привет, ребята! Сегодня у нас с вами салатик. Несложный, но зато очень и очень вкусный. Это мой авторский рецепт. Он будет с баклажаном. Давайте начнем, без лишних слов. Сейчас мы с вами сделаем крутоны из хлеба чиабатта. Вы можете взять любой вкусный белый хлебушек с плесневым сыром. Нам нужно растопить сливочное масло. Пока оно у нас плавится, давайте порежем хлебушек. Сегодняшний наш салат, он как бы по мотивам средиземноморской кухни. Я буду использовать обычный чешский плесневый сыр Нива. Достаточно бюджетный, но вкусный. Если у вас есть подобный сыр, пожалуйста, используйте любой плесневый сыр. То есть не обязательно дорогой? Не обязательно, но если у вас есть, например, Стилтон, это будет вообще идеально. Так, сливочное масло. Слегка поливаем наши крутоны. На крупной терке натираем плесневый сыр. Грамм 30-40. Все смешали. Приготовьте лист для запекания. Смотрится красивенько. Да, а когда будет готово, это будет вообще невероятно вкусно, эффектно. С нашим салатом это будет великолепно. Мы будем с вами запекать в два этапа. Это первый этап. Крутоны нам необходимо слегка подрумянить. Затем мы еще раз покроем их сыром. Отправляю в духовку 180 градусов. 15 минут. Где-то так. Пока готовятся наши крутоны, давайте поджарим баклажан. Разогревайте сковородку гриль. В нашем салате должно быть в среднем 50% баклажан по отношению к количеству всех остальных овощей. Солим. Много масла я не буду использовать. Как вы знаете, баклажаны впитывают во время жарки невероятное количество масла. Поэтому для того, чтобы контролировать, используйте кисточку. Да, кисточка, кстати, очень удобно. Да. Лишнего масла не будет. Не будет. Ну все, жарим на готовности. У меня прошло 15 минут. Так, теперь нам необходимо все это дело, как говорится, взлохматить, стряхнуть. Я добавлю еще чуть-чуть маслица. Немного. Сливочное. Сливочное масло, да. Обычное сливочное масло. Наш салат будет сбалансирован, поверьте мне. Он не будет жирным. Эти крутоны, они только усилят вкусовые впечатления. Немножко черный перчик. И еще наш плесневый сырок. Прямо индивидуально на крутон. А если кто-то не любит плесневый сыр, можно его заменить? Конечно, используйте любой сыр, который вам нравится. Но, ребята, поверьте, плесневый сыр после термической обработки, он очень-очень вкусный будет. Отправляем в духовку еще минут на 10. Смотрите, так, чтобы хлеб ваш не сгорел, но при этом получил красивый цвет, и сырок полностью расплавился. Так, баклажанчики наши готовы. Убираем в сторонку, даем им остыть. Салат у нас будет холодный, поэтому баклажаны нам нужны тоже холодные. Я думаю, наши крутоны готовы. Давайте посмотрим. Ну, вот такая вот история у нас. Красавцы. Красавцы, да. Тоже в сторонку. Даем им остыть. Я беру разноцветные овощи для того, чтобы получить красивый цвет. Возьмем половинку яблочка. Нарезаем такими же кубиками. Груша, половинка груши. Два спелых помидорчика. Половинку свежего огурчика. Нарезаем лучок так тонко, насколько вы можете. Половинки достаточно. Слегка присолите его, так, чтобы он не был таким агрессивным. Отправляем в салат. Небольшой кусочек веточки сельдерея. Это просто витаминная бомба у нас с вами, ребята. У сельдерея вот такие вот мембранки. Видите? Их надо убрать. Сельдерей режьте очень мелко. Вот так вот. Выдавливаем большой зубец чеснока. Если вы любите поострее, добавьте немножко перца чили. Я добавлю совсем немножко. Это перец средней остроты.
Он даст тоже свой вкус интересный, аромат и согреет. Ты пошел в огород? Пошел в огород, да. Петрушечка обязательно нужна. Как вы видите, салат этот готовится очень просто, быстро. Ингредиенты все привычные. Та же самая история. Нарезаем кубиками. Давайте смешаем наш салатик и закончим, доведем его. Большая столовая ложка майонеза. Много я не добавляю, потому что салат даст нам сок. Вот. И все будет отлично. Невероятно, да. Этот салат я вам рекомендую готовить буквально перед самой подачей. Как вы видите, он готовится очень-очень быстро. Баклажаны, крутоны вы можете приготовить заранее. Овощи тоже нарезать заранее. Потом смешали, довели и подали. Так, сейчас я попробую. Соль. Немножко перца. Нужно не забыть, что крутоны солоноватые. Да, да. Это важно. Плесневый сыр, он достаточно соленый, поэтому, когда досаливаете, доводите свой салат, попробуйте все ингредиенты как, и представьте, как они будут звучать уже в конечном варианте. Завидуйте. Великолепно. Ну, давайте сервировать. Я вам покажу простую идею, как вы могли бы подать этот салатик своим гостям, своим любимым. Ну, ребята, вот такой незамысловатый, простой салат. Фуршетная тарелочка, но очень вкусная и всегда востребована на праздничном столе. Давайте продегустируем. Уж не дождусь. Сухарик такой рассыпается. Салатик очень свежий. Чувствуется и огурчик, и яблочко, и фрукты. Но сразу не поймешь, что там фрукты. Он очень освежающий и приятный. Баклажаны не превалируют. Но их больше, это чувствуется. Хорошо. Ощущение, то, что плесневый сыр, он не мешает? Нет. Даже те, кто не любит плесневый сыр, они его даже не почувствуют в этом количестве. Этот салатик с тяжелой едой, которую, как правило, все мы готовим на свой праздничный стол или даже на ужин, он будет освежать. Теперь я попробую. Очень тонкий, свежий аромат. Вкус хлеба, запеченного сыра, баклажан, домашнего майонеза. Все это очень хорошо гармонирует друг с другом. Превосходно. Легкий. Ароматный. Я бы добавила, что салатик очень хорош для женщин, которые стремятся плотно не ужинать. Такой легкий ужин. Сытно, ароматно, свежо. Шикарно. Ребята, я просто оторваться не могу. До такой степени это вкусно. Все продукты, которые есть в нашем магазине, ну, вы сами их используете постоянно для своего застолья. Вот здесь они прям сыграли в команде. Друзья, на этом все. Увидимся в следующий раз. Пока, мои дорогие.
Thank you.